Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают, разумеется, книги. Знакомить детей с такими произведениями необходимо уже с младшего школьного возраста. И прежде чем начать чтение книг о войне, стоит поговорить с ребенком об истории в доступной форме, например, игровой. Изложить основные факты, рассказать о том, что солдаты защищали свои дома, своих родных от жестоких захватчиков, проявляя при этом мужество и героизм. Можно рассказать о том, как трудно жилось женщинам и детям, чьи мужья, братья, отцы отправились на фронт, но они стойко переживали все испытания. Этим и занимались волонтеры Кумертауского филиала АГУ. Сегодня студенты Кумертауского филиала АГУ, волонтеры Кумертауского филиала АГУ пришли в гости в детский сад номер 27 «Колокольчик» с акцией «Расскажи детям о войне». Данная акция является личной инициативой волонтеров Кумертауского филиала АГУ. Всероссийская акция «Расскажи детям о войне», целью которой является воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. И проводится эта акция во всех городах России. Мы старались, чтобы дети прониклись чувством патриотизма, старались настроить их на определенные эмоции. И вот я бы хотела показать одну работу. Мальчик, который просто так сидел, рисовал, лепил, а потом дал такое объяснение своей работе. Он сказал, что здесь не просто танки, танки, которые охраняют машину, которая везет хлеб мирным жителям в разрушенный город. Вот никто ему не подсказывал. Вот это был как бы итог занятий, которые мы провели. И было очень приятно, что ребенок вот так эмоционально откликнулся. Участниками могут стать различные предприятия и учреждения, общественные организации, творческие объединения, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данной акции. На все воля фантазия, желание и стремление. Александр Наумов, Денис Тихонов, Новости.